Пострадавшие в смертельном ДТП в Харькове отказываются брать деньги у родственников Елены Зайцевой. Как рассказала адвокат, семьи Берченко и Евтеевых вернули 150 тысяч гривен матери подозреваемой. В результате аварии сестры Берченко получили серьезные травмы. Одна из них погибла. Александр Евтеев, муж одной из сестер, скончался на месте. Родные не хотят, чтобы суд использовал выплаты в качестве аргумента для смягчения наказания. Ранее от помощи отказались еще двое пострадавших. Напомню, авария эта страшная произошла 18 октября. Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, врезался в толпу людей на тротуаре. 6 человек погибли и столько же были ранены.